Всем доброго дня. Приехал металл поискать. Ну, короче, за своим надрачиком. И по пути сейчас поеду тут, покопаю, похожу, может, что-нибудь где-нибудь вдоль полей найду. Так, проехал уже. Что-то у меня пока 37 километров. 99 минут пути было, учили. Непонятно, что показывает. Тут что, 40. Времени 10:44. Ладно. Идем сейчас. Заводим металлоискатель, идем тут поищем по краю, походим деревеньки. Есть, нет. Все равно что-нибудь найдем, наверное. Ладно, смотрим, будет интересно. Так, иду тут по деревне, там походил по краю, ничего там, железа нет, одну рессору сломанную нашел. И все, и пошел тут под лутину, вместо полей. Так, до конца туда, там еще есть лутинчик, небольшой лесок. И дошел, там еще железяки есть. И вот, чуть не под каждым кустом, вот такие залежи есть. Раз, два, три, четыре, пять. Пять лемехов, трак, стойка от культиватора с креплением. Вот такие. И так вот все под всей дороги. Сейчас покажу. Там вот немножко набрал мошки. Это уже ужас. Я траву не взял побрызгаться. Каких только нет. Мелких, больших, маленьких. Ма. Ладно, энцефалитку взял. Хожу уже, СТР-705 ходит уже вон на пустом аккумуляторе, сейчас я хожу. Батарейки купил, уже чуть не начало сезона, и все же на одной батарейке хожу. Хорошие батарейки покупать, 230 рублей батарейки, 4 штуки купил. На месяц точно хватает. То есть, хожу, ну не так часто, но нормально. Вот такие находки. Вот, вот уже 30 килограмм есть тут уже. Да там тоже нормально. Ладно, что, идем сейчас к той куче. Погрузим ее, поедем, чтоб места такие прочесывать. Конкретные. Вот тут пару кустиков пошел. Тут и вот тут кустиков. И вот набрал лемехов. Раз, два, три, четыре, пять лемехов. Полевая доска от Кировса. Трак 54. Стойка от плуга сломана, скребок, тут этот полевая доска 75, вон еще пятка от ножа от комбайна. И так какая-то приблуда непонятная, какого-то сортировки какой-то. И вот навозоразбрасывателя, планка от транспонтера, угольник от выкопного, от навозного. Вот такие железяки, вот уже нормально, уже, как бы сказать, уже нормально. Еще только приехал. Сейчас кидаю сюда. Вот решил такой околок тут возле поля обойти. И в яме слышу сигнал, слухал. И глубокий. Дай копнул. Копнул на штык лопаты. Ничего не почувствовал. Дальше стукнул. Есть. Это каток от 75-ки. Редки. Лопата у меня спрашивает, что не за фирмы. Обычная лопата. Вся уварена. Покопала на свое. Металл тонны. Тоннами, тоннами подоставала этих из глубин. Из земляных глубин. Там держите его еще. Тяжелый он. Больше 10 килограмм. Это по кудах, по-моему. Вот так. Сейчас. Зачем он обсохнет? Так, ямы здесь заваливаем. Тут. Уж не нужны нам это. Такие ямы. Хоть они в яме, но все равно прикроем скот. Не надо нам стоп. Светиться, как говорится. Мы что-то накопали. Вот так. Это где-то в таких местах не закапываем, а в этих местах мы всем закапываем ямы. Тут дорога какая-нибудь еще. Кто ездить будет, я же поеду. Ладно, сейчас он обсохнет немного. Обсохнет. Я же пробежу тут. Еще, может, что-нибудь еще найдем. Потом придем околотим. Батарейки все садятся. Ладно, копаем дальше. Красота такая у нас тут.
все поля, поля, поля все. Колхозы, пока частники, да тут фермера живут пока немного. Красота. Так, все железки у меня раскатились. Собирался сколько лет приехать за своим сокровищем тут. Заначка у меня тут была. Давно уже нашел я. Вот иду искать сейчас без металлоискателя, пройду. Где-то они тут у меня лежат. Так. Я привалил туда их. Найду, не найду без металлоискателя. Немножко подзабыл, конечно, но сейчас найдем. Металлоискатель надо взять было. Ну, где-то подальше, по-моему, туда спускал. Так и сюда. Это, по-моему, наверное, тут вот где-то спрятал. Вот такие металлоискатели. Вот тут, наверное. Вот они припрятаны. Вот они. Вот они. Давненько уже. Предплужники бросли. Так вот. Крепеж от него. Так. Следующий. Теперь следующий от него. Так вот. Еще один предплужник. Крепеж от предплужника. Опа. Вот так. И этот предплужник с крепежом. Вот четыре предплужника. Потом у нас металлоискатель, чтобы пройти где-то еще. Лемех был где-то у дерева еще ли стоял он-то. Сейчас переправляем. Вездеход. Вот груз. Сразу груз не маленький. 4 штуки. По 15 килограмм так. Вот 60 килограмм уже опять. Все нормально? Кому-то. Кому не может и надо. Гайки морги. Пустите, отмочить будут. Крутиться даже. Вот так вот. Вот такой тайничок у меня тут был. Таскали вездеход, вот у меня рядом стоит. Красотень, красотень, конечно. Вот. Одно крепление. Килограмм 5 надо весить. Не 5, но около. Тяжелые. Ну вот еще перетаскиваю. Вот так уже нагрузил тут. Неплохо. Лемехов, траки, предплужники. Стартер вот нашел какой-то небольшой, не маленький, но тяжеленный. Так вот, решето. Синесей, наверное, зеленый тут. Вот решетный стан полностью разорвало тут.
И вот тут еще прошел по дороге, листик нашел металла, наверное, тройка, не меньше. Что там было, борт какой-то, что ли? Сейчас землю немного вышибу оттуда и загрузим туда его, забросим и помчим в сторону дома. Нормально загрузили. Сейчас сверху сброшу, никуда не денется. Так, толскателями. Да, вон там еще посмотреть было. Сейчас, ладно, посмотрю, может, что там полянка есть какая-то, пробежу, может, там что-то. Как-то я там что-то видел вроде. Ну, не знаю, посмотрю сейчас. Не снесет таким металлом. Воды нормально, если идет. Я прикатил домой, что-то по GPS спидометру 68 километров получилось. Еще немного. Это что, 245 минут был в пути. Что-то показывать, не знаю, непонятно, что там показывает. Километраж дорог, что 48, что-то маловато. Так что железо привез, накопал, ну маловато, можно еще бы крылья, не, за крылья уже не цепляться. Можно килограмм бы еще 50 тонн погрузить было. Ну так что ладно. Всем пока. До новых встреч. На канале «Сельские будни». До свидания.